Ева Заринская и ее муж Дмитрий возвращаются в Россию после долгих лет жизни за границей. Вскоре после возвращения из Франции в северную столицу Еву начинают преследовать воспоминания и странные сны о ее дочери. Но молодая женщина знает, что у нее нет никаких детей. Или думает, что знает, ведь 11 лет назад она попала в страшную автокатастрофу и полностью потеряла память. Все факты о своей жизни Ева узнала от мужа, который выходил ее и увез лечиться за границу. Пытаясь понять происхождение своих снов, Ева начинает свое собственное расследование. Результаты поражают ее. Она не понимает, можно ли ей верить собственному мужу. Постепенно распутывая окружающую ее паутину лжи, женщина осознает, что Дмитрий обманывал ее много лет. Да и аварию, в которой она пострадала, могла быть и вовсе не случайной.